госпрограмме предусмотрен полный охват населения, нуждающегося в социальной защите. Планируется снизить уровень бедности путем трудоустройства 180 тысяч человек, предоставить льготные кредиты и субсидии 320 тысячам человек и обучить 100 тысяч профессиональным навыкам и предпринимательству, реализовать другие меры. Ключевую роль играют махали, деятельность которых была существенно укреплена благодаря внедрению системы «семерки» по инициативе президента Узбекистана. Данная инициатива усилила роль сходов граждан в решении местных проблем и оказании помощи населению. Құрметті президентіміз Шавкат Мирамонович шығарған әлігі формулалары бойынша еттілік жұдағын яқшы болды біздің мағалада. Мы үшін дегенде, іштімайы, химайеге мұлтуаш әлігілерден азыр біздерге бітті екті болсайын, бәрі бұл 4-5 мағалаға бітті болды ку бұл азыр. Бұлар бізді ішімізді еңгілләштірді азыр. Әм оша мағалаларға ойылмай кіріп, ошаларды органик амасыны, әгер мұлтуаш болса, әгер шүләді ордан берер. Солықшыларды мұна бұл бергені үшін mahallaga yetkililikka qo'shib bergan uchun уже bizlarda 65% soliq undirildi. Bizlarda hammasini havllari bor. Havllariga hammasini bizlarga endi nimada ekkan. Ham zorbodring ekin zollar mana qalampur haligilari ekkan. Parnik qilgan keyin parnik mahallamizda 26 ta fuqaroga bizlar tikuv mashinasi olib berdik. 17-tasiga kredit olib berdik. Hozir yana tayyorladik 12-tasini. Temir daftarda bizlarda yo'q. От качественных условий, инфраструктуры и услуг зависит уровень жизни населения. Каждая реформа или изменение в стране проявляется прежде всего в махалле. Это связующее звено между государством и населением, потому их деятельность в Узбекистане ценится высоко. Соответственно, много мер направлено на усовершенствование системы, укрепление роли уникального института в благополучии народа. Более 1100 махаллей насчитывается в Самаркандской области, где налажена эффективная работа с населением. Махалля Меликходжа считается самой большой в Каттакургане. Благодаря реализации дорожной карты, разработанной республиканской рабочей группой, были решены ключевые проблемы, связанные с благоустройством, инфраструктурой и обеспечением занятости населения. Кайфиятымыз алло дәрежеде. Халқымызды, махалламызды, халқыны рухияты баланд. Чинки манышы президентіміз заманыдан, манышы Меликходжа махалласыда, Обот махалла, обот куча, обот хонадан дасур асосида, махалламизда обадонлар ишлар олиб борилди. Бизларда тасаввуримизга сиқмаганда, махалламиз танимайдиган даражада ўзгаришлар бўлди. Чунки мен махалламиз обот бўлди. Қайтадан махалла бинолари қурилди. Кучаларимиз обот бўлди. Тунги чироқлар, хотин-қизларимизда бандлиги таъминланди. Ҳар бир қишлоқларимизда juda o'zgarishlar katta bo'ldi. Cho'ldagi bo'ston desak, bu mahallamizda adashmaymiz. Mana shunday o'zgarishlarda, shunday qilingan sharoitlarda biz keyingi avlodga mundan ham darajada yuqori qilib, yana obod qilib topshirishimizda hammamizga kuch-quvvat tilayman. Xalqimizda ma'naviyat o'sdi, madaniyat oshdi. Joriy yilning 1-choragida Kattaqo'rg'on tumanining olis hududlaridan bo'lgan Meliqxo'ja mahallasida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dasturi doirasida bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari boshlandi. 17 kilometrga yaqin masofadagi asfaltlashtirish ishlari amalga oshirildi. 23 kilometr masofadagi aholining xonadonlarini oq havo suv tarmoqlari rekonstruksiya qilib ta'mirlandi. 18 kilometrdan ziyod masofadagi ichimlik suvi tarmoqi tortilib, 1400 ga yaqin xonadon ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bundan tashqari mahalladagi ma'nan eskirib qolgan 730 dan ziyod ustunlari yangi beton ustunlarga almashtirilib, aholiga elektr tarmoqlari sohasida bir qancha qulayliklar amalga oshirildi. Bundan tashqari mahallamizda ijtimoiy soha obyektlaridan 4 ta umumta'lim maktablari ta'mirlanib, shundan bittasi mukammal ta'mirlandi, 3-tasida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, mahalladagi ta'lim oluvchi yoshlar uchun bir qator qulay imkoniyatlar yaratildi. Очевидным результатом преобразования стало повышение уровня жизни населения. Сельские жители, наконец, получили возможность передвигаться по ровным и асфальтированным дорогам. А вот открытие швейного цеха позволило женщинам района получить возможность заработать деньги и стать самостоятельными.
Бирге келишимизда олдин коллежда ўқиганман, Касб-ҳунар коллежда информатика технологиялари бўйича, лекин ишла олмаганман, шароитимиз бўлмаган, фарзандли бўлганман. Мана ҳозир тикув хона очилди бу ердан. Ҳаммамизга яхши мана машиналар олиб келди, замонавий. Биз ўрганамиз ин тикувчиликни. Рахмат каттакон, сертификатлар беради. Касб ўрганамиз, ҳунар ўрганамиз, ўзимизга яхши сертификатлар билан ишласак бўлади. Узимизга хунар, яхши, мана уйда бекор ўтиргандан кўра, фарзандларимизга ҳам етарли нима бўляпти, соат 10-12 гача бемалол ҳамма ишимизга ўз пет қиламиз. Уйимизда олдига наста.